Тогда противоядие подействует. Может, минут через 10. 10 минут это здание не продержится. И как же нам выбраться с крыши? Может быть, нам и не нужно выбирать. Что? Ну уж нет. Нужно выбираться срочно! Бежим! Бежим! Дэвис! У этого вертолета нет хвоста! Знаю, он нам не нужен. Нужен, если хочешь на нем полететь. Мы не полетим, а будем падать. Что? Нам только нужно достаточно тяги, чтобы оставаться на крыше здания, когда оно рухнет. Знаешь, это как кататься на лавине. Нет, не знаю. Давай, детка, поехали. Очень опасно.